Ну вот, хочу показать свой самодельный мини-тракторок, который только что закончил красить. Вот все еще фигня, банки краски валяются. Вот такой вот тракторок. Трактор переломка. Вот цвет такой мультяшный. Задние колеса 7,50 на 16. Передние на 13. Задний мост «Москвич» урезан, колея 70 сантиметров по центрам. Но я даю чуть-чуть больше, где-то 74 по центрам для большей устойчивости. Такое вот навесное, прицепное навесное, или как оно называется, трехточечное. Сюда пух или сохи цеплять. Навеска механическая, рычажком. Я вот таким рычажком поднимаю два ежика. Каждый ежик 28 килограмм. Плюс эта железяка килограмм 10. Где-то 65 килограмм поднимаю рычагом. Так, что еще тут? Колеса передние с легковой машины. Балка. Балка-качалка сделана. Ступицы с легковой машины. Передаточное число двигателя на коробку 1-4, здесь 8, здесь 32 вроде бы. Да, это 32, а тут на 8 верхний шкив. Натяжение ремней сделано, два ремня, один ремень запасной. Сюда можно цеплять или генератор, или гидравлик, если хозяин захочет ставить что-то. Сцепление стационарное, москвич, корзинка и диск, и выжимной. Все москвичевское. Все москвичевское. Трос сцепления Volkswagen Passat B2. Вот такая платформа, качалка, на которой закреплен двигатель. Двигатель 16 лошадиных сил. Ну, сцепление как вынимать. Есть у меня видео. Вот эта вся передняя часть. Вот эта вот она выезжает с этих вот швеллеров. Так. Что еще? Коробка «Москвич». Без никаких переделок, без ничего. Кулиса идет. Рычаг переключения передач. Вот такой переломный узел я делаю. Вот. На ней стоит рулевая колонка. Тоже москвич. Сам руль. Не помню откуда он. Германии. А, Германии. Наверное, опелевский какой-то. По шлицах подошел. И педалька сцепления идет там вал туда, в ту сторону, и там уже тросик сцепления. В рулевом управлении у меня всего лишь два наконечника, один наконечник, второй наконечник, они между собой соединены, сварены, тоже с Volkswagen Passat B2 наконечники. Все, больше никаких здесь наконечников, ничего нет. Вот только два штуки их. Вот. Ну, передний мост качаю, балка качается. Вот здесь вот. Вот качалка сама. Ход большой. Рулевое легонько. Двумя пальчиками рулевое. На месте. Так. Радиус поворота где-то 42, почти 45 градусов, 42 градуса где-то радиус поворота. Вот. Сидушка, что тоже с Volkswagen Passat 2 или Golf, любой такой вот. Это Volkswagen Passat B2. Тут сделана ниша
специально для груза дополнительного, для загрузки заднего моста. Сюда влезает два блока по 20 килограмм. Или можно песка в мешок насыпать. Всю эту, короче, килограмм 80 здесь можно догрузить. Вот это место. Ну, а так транспорт нам можно там всякие железячки складывать. Так, газ. Здесь на двигателе сделан вот такой вот газ. Я его отключил. Здесь пружину снял. Вот. Пружину отсюда вот снял и сюда приделал свою пружину, потому что эта пружина делает газ максимум, а у меня эта пружина делает газ минимум. Вот сюда так присобачил тросик газа. Сюда здесь вот такая вот хреновинку тоже сделал. Вот это газулька ножная, это ограничитель, и одна же служит для ручного газа. Видите, вот ручной газ. Так, что еще? Тормоз. Педаль тормоза. Тормоз сделан по-простому, я ничего тут не мудрю. Просто беру одно колесо. Ручной тормоз. Ручной тормоз, трос. Трос сюда идет на педальку. И тормозит одно колесо. Его достаточно сколько угодно. Где-то если надо притормозить. Не надо там два всякую гидравлику заморачивать, цилиндрики, трубки. Просто тросик идет и раздвигает колодки. Тормоз чуть прижал и тормозит, что дурной. Так, что еще вам показать? Вот рулевая колонка, как закреплена. Сошка это врезана, потому что очень, короче, за один оборот поворачивается весь трактор. И руль очень чувствительный. Я ее врезал где-то на третью часть. Сделал короче. И туда уже получается 4 оборота туда, 4 оборота сюда. Вот такая вот компоновка тракторка. Только что покрасил, еще цепляется. Лаком покрыл. Потому что так, если лаком не покрываешь, то краска выгорает. Краска осталась. Оставил хозяину. Кто будет хозяин у него. Это покрасил серебряночкой. Алюминиевой пудрой. Было красивее. Вот навеска, винт регулировочный, регулировать туда-сюда. Ну вот такой вид. Ну прокатиться я сейчас не могу, потому что краска цепляется, свежая, только что закончил покраску. Там некоторые говорят, что быстро едет. Быстро пахать, обрабатывать, само то. На первой передаче 30 мешков картошки кидай в прицепчик и такой землю роет и пошел. С сажалкой, там кто-то задавал вопрос, с сажалкой будет быстро идти. Так не надо газовать, сил у него достаточно. Включи первую передачу. И 1000 оборотов поставить на моторчике. Пускай толдахает потихоньку. Ну, фрезы здесь не подцепишь, потому что вал от барабашности нету. Можно поставить вот на этот шкив, поставить гидронасос и вывести сюда гидромотор. Но это опять удорожание конструкции.
у нас делают как? Люди покупают мотокультиватор. И все работы мотокультиватором делают. Где-то в каком-то огородике, там 2 на 2. Таким трактором все равно не заедешь. А на больших участках надо пахать. Ну вот, типа так. Моторчик 16 лошадиных сил. Работает изумительно. Заводится с полтычка. Что еще? Показать. Вот такой вот красавчик. Резина новенькая везде. Смотрите, кому что интересно, как устроено. Я все трактора делаю вот по одной такой конструкции. Сам ее придумал. И постоянно только такие трактора мне приходят. Тут стоит начатый полный привод. Но не знаю, как и когда к нему подойдет дело. Два движка стоят без дела тоже. Дизеля. Не знаю, наверное, может буду продавать. Один 8 лошадок, другой 10 лошадок. Наши белорусские, гомельский завод пусковых двигателей делал их. Тут еще запас рулевых. Ну, на этом все. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте.